Оттепель в Прииртышье вызвала беспокойство у спасательных служб. Снежный покров Иртыша уже насыщен талой водой, лед становится хрупким. Поэтому в любую минуту прогулка по Иртышу может обернуться трагедией, предупреждают спасатели. Второй день они проводят учения, оперативно-спасательный отряд отрабатывает самые разные сценарии реагирования в экстренной ситуации. По одной из легенд, под лед провалились рыбаки, их пришлось доставлять пострадавших по пересеченной местности. С помощью спецтехники были привлечены даже кинологи. Весенний лед, он как коварный. Он, пусть он плотный, толстый, толщина идет. Если человек провалился, он за ним уже закроется, вот эта игольчатая форма, за ним сразу закрывается. И очень тяжело потом найти, и тем самым усложняется поисковая работа. Это очень опасно сейчас выходить на лед.